О чем я? Мы в дерьме. Мы в дерьме. Так же, как и судьи в РПЛ. Им сильно урежут премии, ведь прошло уже 8 туров, а «Зенит» все еще не чемпион. Анонс 9-го тура. Погнали! Пристегнуться, а то потом штраф придется платить. Тамбов «Спартак». Тамбов в прошлом туре прервал свою победную серию из одного матча. А «Спартак» нанес всего один удар в створ, но выиграл со счетом 2-0. «Зенит» «Уфа». «Зенит» идет на первом месте и лидирует по голам и голам из офсайда. Возможно, у вас какие-то гигантские плазмы. В любом случае, в этом матче Дзюба не забьет из офсайда, потому что «Уфа» как стояла в воротах, так и стоит. «Сочи-Краснодар». Курортное дерби. Поклавище, чтоб не оторвало днище. «Краснодар» ждет третий матч за неделю. Как бы у них в Сочи чё не порвалось. Арсенал Тула Ростов. Если Спартак выиграл 2-0 с одним ударом, то Ростов даже зад с дивана не поднял за 3-0. Дайте из Китая, весь это дерьмо какое-то идет. Хоть брат, что-то нормальное пришло. ЦСКА Локомотив. Мы в шоке. Центральный матч тура, который покажут по Матч ТВ. Какая интрига. На каком, где? Теперь увольняйки Кнадзе из клуба придет в каждый дом. Гиннер продолжает строить свой суперклуб, а Кикнадзе разбирает на камни Локо. Я сама неотвратимость. Ротор Рубин. Ротору пора сделать... Вправо три раза, влево три раза. Либо соглашаться на третий раз 3-0. Это все равно лучше, чем Химки. Химки Динамо. Как и в случае с Локомотивом, болельщиков Динамо мы тоже услышим на гостевом матче. Москвичи вылетели из Еврокубков и теперь могут сосредоточиться на вылете в ФНЛ. На этом все. Ставь лайк, если уже выработал антитела к нашему чемпионату и смотришь каждый матч. Похуй и чипсы.